Начинаем. Мост есть, хорошо. Так, а где? А вот. Вот это переправа. Стоп, если поставлю здесь рогатки, тогда и моя кавалерия не сможет здесь пройти. Да. Рогатки поставим вот так, значит. Чтобы они не могли моим пушкам подойти. Вдруг кавалерия захочет атаковать сюда. Надо чуть-чуть сюда подвинуть. Так, а ну как оно здесь? Ну а здесь пехота и так. Ага, можно даже. Как они называются? А что это такое? А, эти траншеи. Так, траншеи вот такие. Корзины наполнены песком. И здесь колеса от телег. И мешки тоже, наверное, с песком. Против кавалерии вот эта штука. Как бы ее так сюда поставить. О, вот так. Это вот здесь. О. Это если вдруг прорвутся. Значит, так эти же будут мешать пушкам стрелять. Эти траншеи. Только эти. Значит, надо немножко их вот так. Во. Пехоту потом передвину сюда. Хорошо. Так. Сейчас. Так. Так. И вот так. Здесь кавалерия захочет атаковать. Нарвется. На рогатки наткнется. Как бы так ровнее поставить. Да, Пантерия делит. Так, идем дальше. Все войска сюда. Здесь уже не надо никаких траншей строить. Хотя можно одну построить. Колючки против кавалерии. Траншея для пехоты будет. Немножко так еще назад. Во.
И коля торчат. Пантерия! Ну так чуть-чуть. Сеньор, си. О, то что надо. Так, укрепляемся. Кавалерия только здесь теперь может пройти через вот этот проход. Так, легкая пехота вот здесь будет стоять. Так, пушки готовы к бою. Так, пушки не буду ставить за укрепление. Еще легкая пехота есть, чтобы не мешало обстрелу. Начинаем сражение. Так, пехоту выводим отсюда. Это тоже. Так, ну это как резервы будут. Так, все. Так, кавалерия французская атакует. Стоп. А можно ж поближе к вот этим. Так, пушки стреляют. Кто это? Так, это уланы шевальжеры, которые здесь. А здесь два отряда. Один должен отойти, будет мешать. Так, хорошо. Неважно. Ну да, надо отвести подальше пехоту. Так, надо посмотреть, где здесь пушки француза. Вот они. Так, французы атакуют. Карабинеры идут французские. Так, ну здесь французская конница ничего не сделает против колючек вот этих рогаток. Так, надо вольтержеров перебить. И кто это? А, застрельщики по. Да. Надо срочно их перебивать. А то недалеко стреляют. Ничего.
эти траншеи хоть немного скроют мою пехоту. Хорошо. Картечь работает. Я заметил, обычно армия противника, если сражение вот на реке, то армия противника наступает туда, где находится генерал. Пушки, огонь. Не стреляют, что-то они. Да что же она не может построиться здесь. Так, пехота. Много пришло. Что ж пушки не стреляют? Пошло. Надо подкрепление тащить. Португальский легион здесь у французов. Саперы. Подкрепление это. Пусть пока не стреляет. Так, что здесь? Здесь конница не прорвется. Так. Наполеон попал здесь в ловушку на реке. Мало того, что на реке бой, да еще и за укреплениями.
Так. Все, можно пускать в атаку всех. Кавалерию приготовить. Пушки, огонь. Аккуратненько здесь. Наши люди бегут, месье. Ладно, пусть бегут. Вперед. Хорошо. Правый фланг тоже наступает. Так. Наполеону. По Наполеону огонь. Вперед. Вперед за пушками. А этот пусть добивает отступающих. Так, окружаем Наполеона. Наша славная победа уже близка. Стоп, а этот где? А, здесь маленькая территория с этой стороны реки. Поэтому быстро уходят за пределы карты боя. Окружаем всех. Стоп. По моим еще попадет. Догоняем Наполеона. Так, порядок. Все.
Берем Наполеона в плен. А, вот он. Ну да, получилось, что он ранен. И его отпускают. Продолжаем. Тут еще Пушкиню все добитые. Так, а это еще кто бежит? Вот здесь. Конная артиллерия. Тоже будем добивать. Чтобы их не оставалось потом. Все. Так, еще там кто-то бежит. Ну, в принципе, все. Пехоту можно просто отвести, чтобы она тут. Не толпилась. Так, сколько здесь их? 4, ничего. Догоним их. Вот. А, так здесь кавалерия тоже погибла. Французская. Так они пытались сюда. Один солдат что-то мой стоит. Какой-то бах, что ли. И моя пехота тоже погибла. Интересно. Ну, все-таки кавалерия французов здесь тоже вот пострадала сильно. Этих рогаток. Хорошо. Подожди, у меня тоже есть воздушный шар, как он. А, это наполеоновский шар, господи. Это не мой шар. Итак. Не. Неаполитанские войска защитили Марсель. Так. Посмотрим. Больше всего пушки настреляли. Хорошо. Войска сейчас восстановятся немного. И добьем вот этих отступивших французов. Рунты, айо! Ура! Ура! Порядок, идем назад. Аванти и марша! А, не получается. Ну хорошо, пусть там пока посидит. Прибыль есть. Строим здание сюда. Так, стоп, высоко поднялся. В небе ветер сильный гуляет. Так. Нанимаем войска. Тут еще французы идут. Надо бы перекрыть им дорогу здесь. Они обычно сюда. А, это флот.
Подкрепление не могу дать им никаких. Даже конницу. Ну что ж, будем перекрывать дорогу на Марсель. Это с востока получается. Ну, здесь войска еще одну атаку тоже смогут отбить. Дальше идем. Победа. Хорошо. Генерал только остался. Так, добить этого генерала надо. Хорошо. Пока пусть здесь восстанавливаются. Пушки попозже будут. Это не важно. Пусть на мосту стоят войска. Так, ладно, идем дальше. О, блин, они... Откуда они вообще берутся? Куда ее не обходят? Торговое соглашение, Россия. Хорошо. Торговать с Россией буду, а вот французы все время идут. Так, мне надо все-таки эти пушки отправить в Рим. Теперь эти. Эти, здесь армия большая. А моя еще не восстановилась. Ронти и марча! Тоже придется сразиться в поле. Что там такое? А ну. А ну хорошо, пусть изучаются технологии. Здесь пройти все равно не получится. Так. А это какой корабль? Не видно. Жаль. Пусть корабль сюда плывет. Может быть, придется именно этим кораблем десантироваться в Греции. Так. Ну что же делать? Ну... Буду сражаться. Так, количество войск почти. Потери не очень большие. Что ж, будем сражаться где-то в порту. Начинаем. Так, французы далеко. Это кто такой впереди?
Линейные фузелеры за забором спрятались. Артиллерии много. Так, куда лучше наступать? Лучше наступать туда. Вернее, оттуда, где меньше артиллерии. С этой стороны одна батарея, с той две. Ну и вперед. Легкая пехота идет. Да, карта большая. Так, посмотрим, что здесь французы будут делать. А, сидят спиной ко мне. Очень смешно. Здесь происходит шевжеры. Так, это испанский полк Жозефа Наполеона. Хорошо. Это мультижеры. Красная швейцарская пехота. Так, да, ну наступать через эти дома как-то совсем неудобно, я лучше их обойду. Вот даже вот так. Пушки вообще надо сюда. Так. И даже вот так. О. Так, а где пушки? Где-то здесь пушка была. А, они... не поняла, где еще. А вот они меняются, туда-сюда ездят. Ладно, 12-фунтовая фузель, французская пехота. Ну, да, были и такие. Это 10-й гусарский. Так. Да, надо будет всю артиллерию на конную поменять. Если всю пешую на конную, а то долго придется ждать пушек вот этих. Пехота тоже бегом пусть бежит.
потихоньку двигаемся. Французы тоже перестраиваются. Для начала надо два этих отряда разбить. Пока перестраиваем. Подвигаемся. Пушки. Пушки тогда уже пусть сразу вот сюда идут. Думаю, к тому времени разобью эти два отряда. Отсюда можно как раз стрелять. Здание мешает. Ну, значит, вот сюда пушки. Во. Как раз. Так. Гвардия дель генерале, сеньор. Субито. Так, войска. Сеньор Си. Вперед. А ну, достает, хорошо, огонь. Так. Порядок. Перестраиваемся. Да, пушки долго будут идти. Стоп. Так, не достает, жаль. Продолжаем наступать. Здесь вроде нету рогаток и колючек. В смысле, кольев. Так, все. Французская пехота пошла в наступление. Надо построить свои войска более ровно.
Так, строимся. Быстрей. Ровней. Каре поставим. Так. Так, хорошо. Где тут гусары? Порядок. Вольтежеры. Рукопашную будем брать. Так. Рукопашную вперед. Здесь вольтержеров разбили. Добиваем. Наши люди бегут, месье. Ничего. Так, эти войска вперед. Гусарский полк тоже разобьем. Рукопашную. Ничего. Так, здесь гусары. Так. Здесь. Хорошо. Ну и Рубилова. Наши люди бегут, месье! Вперед в атаку. Что, пойдем мои пушки? Далеко еще. Давайте идите сюда.
Ну і гусари у французов. Все, забили. Вольтержеров надо добивать. Так, это где? Надо за отступающими. Вольтержеров добили, хорошо. Наши люди бегут, месье! Здесь мясорубка. Хорошо. Наши люди бегут, месье! Где тут пушки были? Вот они. Добьем. Возвращайся в бой. Так, где тут? Так, стоп, они куда не пошли? Так, где тут пушки? Мои уже. Хоть немного пусть постреляют. А здесь что-то никак. Вперед. Добиваем. Добиваем. Сюда. Месье, ваша славная победа уже близка. Пустим их пора, Риор. Порядок. Продолжаем. Передохнуть.
Так, догоняем всех. Порядок, добили. Еще куда-нибудь. Пушки уже не нужны. Так, где-то поблизости еще какой-нибудь отряд. Я тут не достаю. Так, я не понял. Уже говорили, что игра закончена. Я победил. Так, добиваем. Стоп, а что это за пушка? Куда она взялась? Где? Вот. О, господи. Она еще и целая. Так. Сейчас эту кошку надо уничтожить. Месье, эти бойцы слишком устали. Им необходимо передохнуть. Так, генерал будет долго скакать и не успеет все равно. Целая. Догоняем. Пусть, ладно, генерал сюда скачет. Это тогда кто? В центре. Почему один человек? Не вижу никого. Непонятно. Ну, заканчиваем бой. Так. Потерь много, но это того стоило. Усары. Пехота, хорошо. Аванти! Так, нужно добить. Una vittoria gloriosa! Хорошо. Da sinistra! In marcia! Siamo pronti! Так, здесь лев восстанавливается, пусть. Здесь защищает Марсель. Так. Ремонт.
Здесь сюда идет. Там 4. Раз, два, три, 4. Хорошо. Так. Кавалерии хватает. Еще усар возьму. И легкой пехоты. Да. Пусть войска нанимаются. Надежный генерал, хорошо. Посмотрим. Непреклонный в атаке. Упоминаемый в заметках. Так, ну хорошо. Следующий ход. Так. Дизастро. Так, что-то я не понял, как это оно. Странно, у меня войска вроде бы больше даже, намного. Ладно, будем отбиваться.